Какова задача? Убить в деревне всех. Убить всех. Kill them all. Оружие. Зачем здесь фонарик? Нажимаешь на Ё, на тильду нажимаешь и снаряжение. Ты чему тут учишь? Уйди отсюда, станет. Я волосатый отстанет. Прям истинный. Тебя настроено вообще на тильду? На тильду у меня ничего нет. Ну, все. Надо будет сделать скрипт там какой-то настраивать. Попросишь там кого-нибудь, знаешь? Спросишь, пацаны. Я уж не помню, как делать. Что-то здесь FPS говно, по-моему. Так, ну, посмотрите, мы можем зайти в ту... где медицина? Грубо. Можем зайти аккуратно. Ара, смотри, я наемник. Поехавший. Мне с пулеметом аккуратно заходить. Смотри, почему у меня половина гибель? Пары до времени. Угу. Возьми какую-нибудь пуколку по еще дополнительному. Ну, медицины вообще нету, что ли? Я вот так нарисовал, можно так зайти, вот, ребят. Нет, у меня вообще нет ничего из медицины. Здорово, мужики. Можно у вас стволы взять? Можно, да? Хорошо. Я тебя кобру возьму? Опа, бинокль! Да нет там ничего. Тебе фонарик отдам. Макс! По-честному было. Я бинокль отработал. Рюкзак где? Да что ты мне сделаешь, слышишь? Ну я этот, как у... Падла. Волосатый, смотри. Падла. Ну, что ты мне сделаешь? Я наемный. Смотри. Я тебе голову прострелю. Капа, 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 капа. Давай я в машину. Давай. Чего? Давайте я с вами сел. Бег машина чисто. Вот теперь. Че, готовы? Я... Куда вообще ехать? На каких машинах вообще едем? Да на СУФ один возьмем и все, че. 10 машин. Я не могу быть водителем, первый. У меня географический кретинизм. Тогда хер с ним. Может, я тогда вперед поеду забирать патрон? А, мы стартуем сейчас. У кого GPS есть? Нет. Куда ехать? Куда вообще ехать? Так, вот мы на точку я поставил, где мы примерно. Куда нам ехать? Мы в Электрозаводске. Нам ехать на Тулгу. Стрелку синюю, видишь? Угу. Вот надо нам заехать по дороге на север. По дороге там на, потом на юг спуститься по извилистой. Борик, где я с тобой снова? Чуваки, да давайте кто-нибудь другой за руль. Я прям аутирую. Противник, можешь там еще за триггер выходить? Может. За руль да, у нас как-то раз встретили прямо на дороге. Нет, я не буду за руль садиться, я не знаю, куда ехать. А ехали за мной! Поехали, Ай, стой. Уже забыли. Да, все, все, все. Поехали. Как я ненавижу Черноруссию. Обожаю. Я думаю, может, мы через Рог проедем, через север. Ну, мне больше нравится Тевиана. Тевиана это вообще самая. Она у меня чисто фризит, прям вообще невозможно. Кстати, Паш, есть вообще хоть одна миска на Тевиане? Нет, потому что на Тевиане нет. Обидно, так. Я бы назад смотреть. Я бы на Тевиане сыграл, вообще кошерно. Ну, сделаем, сделаем когда-нибудь. Я займусь перед Тевиану с Origins. Я когда в настройки залезаю, я улетаю из резки. Сам все. Там только надо было трупы убрать, будет. Вот как я это сделаю, так все. Как же лагает. Лагает? Нормально. Я буду как спидер. Вырвать FPS. Не знаю, у меня 60 FPS на страх нормально все идет. У меня, наверное, FPS 10, и он прям прыгает. А ты сделаете фрагментацию жесткого диска? Может, ну, поможет? Что поделать? Ноутбук горит. Я говорю, сделай дефрагментацию жесткого диска. Должно помочь. Ну что, Ара, на ночь поставлю, я, кстати, собирался. Но что-то все потом. На ночь мы... Кстати, Ара, я один был активировал. У нас на примерно на 11 сейчас будет там опушка леса между
дорога проходит через лес, грубо говоря, вот слева-справа. Оттуда могут сейчас полететь чего-нибудь. Смотрите внимательно. А бить-то будут первым, по-моему. Впереди сейчас на 12 часов. Отпустил вроде. Здесь засаду устраивают чаще всего. Да, мне кажется, их мало. Лететь, лететь, лететь. Кажется, их мало, они сюда не пройдут. Неизвестно. Надо было еще одну машину брать. Выигрышная тактика же есть, если на чердаке и все эти. Что-то у меня где-то спочка красная. А, что-то очко у меня жим-жим. Жим-жим? Угу. Да блин, я... Какую миску уже умираю? Опа. О, да, дальше, 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 давай, давай, газу, 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 газу. На подавление! Остальные императора! Да. Ты куда стреляешься, Домин? И чё это было? Откуда шмаляю? Это как раз засада была. Это было что-то засада за дом человека. Что-то это было похоже на пукало больше. Да. Позе, у тебя такие испуганные глаза. Тут три Домина. Да, поворот наш. Ну он сразу, кстати, прийти, как я туда отработал. И сразу налево. Походу обосрался. Хотя бы я сам обосрался. Репит сразу, следующий тоже на. Вот он, поворот же наш. Наш поворот пролетели. Поворот пролетели. Ай, как лагает, хорошо. Блин, вот мы... Маш, через север едет. Ультру из-за того, что, блядь... Куча солнца, вот это отблеск свет постоянно и еще. Ничего не вижу. Вот особенно. Это репит, да, я посмотрел по карте ворот пролетели. Четвертый особенно БФ, ты сидишь, играешь, ты вообще. Ты что там в четвертый БФ-ке на утрусе ставишь, что ли? Конечно, там солнце будет глаза выжигать. Не то, я на низкий стоял, даже не помогло. Ну, в БФ-3 это речится, а в четверке я не знаю. В БФ-3 это тоже. Там можно в конфигу прописать. Можно сейчас направо повернуть. Потому что и там путь. Такой поворот ужасный. Репит, притормози. Всего 1600 патронов осталось. Нормально? Всего-то? Да. Всего-то. Я сейчас даже знаешь. Там уже два режима. Скорость. Угу. А, по 600 или по 400? Ну вот 400, там самое экономичное. Да, тут не Иванчик. Я помню, что нас ждали вот на этой дороге. В эпохе... Поворот очень неудобный. ПМПшку когда стрелял. Неприятный, может. А можно меня высадить где-нибудь по карте? Ай-яй-яй. Газу, газу. Сзади. А кто стреляет, по кому? Работает на пустоту. Как на душу мужчине, давай. И душу, блядь. По нам работаю. Ноги трепили, я один. Да. И душу наставил. Ребята, вы в засаде, не выручайте нас. Просто таких садомитов у меня бомбит. Фига мы в дрифт вошли. Вот чисто у меня первого вынесут. Стрелка вынесут первым, да? Прям жопу чисто. А ты своими бронелистами играй. Они не помогают вообще. А ты, короче, ствол вниз опусти, у тебя голова опустится тоже, возможно. Наоборот, вверх подними, а засунешься вниз. Да не особо что-то похоже. По-моему, еще хуже стало. Доехали, да? Там GPS толком есть вообще? Че, мы застряли? Колеса. Назад не газует. Колеса ломайте на машине. Дайте. Мы застряли. Да, все нормально. Ой, по нам стреляют. Машина! Что за фигня сейчас со мной была? Да все, мы приехали уже. На 180. Я два раза вылетел и видел Черногорск. Штурмуем. Стреляли, возможно.
стреляли. Сверху. С запада, похоже. Я колеса в машине переломал, чтобы всякие кабаны не приехали. Как ворон тогда. Я выше, короче, пошел. Мне немножко помощь от нашей позиции собирать. Нам все деньги надо нести. Деньги? И на шепот. Да, все нашли собаку. О, отлично спит. Почему еще лай слышно? Ну вы-то там аккуратнее сиди, вдруг еще к тебе в спину зайдет. Прием, репит походу убит. Ясен хер, то что он вперед полетел. Прием, это Иванчик, а вот репитом, репит не знаю, вроде живой или мертвый. А нас покрывают с горы, с восточной. У вас требуется поддержка, работает с тобой. Скажи, кто тут реальный пацан. Я к этому чуваку поднимаюсь. Я в гиле, если что, наполовину. Сейчас в доме Карпагауса. Подойдем. Со спины. А нас зажали так конкретно, я бля, только выкуривать собрался. Тот-то водил красную машину, как ты сдох там? Убили меня с этого Убикс, по-моему. Снайпер. Но он выжидал, я уже прям приготовил ствол, все так. Настроился бля, давить. Бля, ну что, АВ-то свой. Бля, я сейчас так глупо сдох. Сейчас Иванчика еще зашмаляют. Вот я сейчас прямо... Маздоник. Стоник. Знаете, что вам скажу? Что об этом на Саиле, ты прайс. Стоп, это Маздоник не молодец. Да. Маздоник. Походу. Ты с РПГ пальнул, как кошелевый. Знаешь, мне. Я только сейчас понял, что у меня мышка говно. Знаешь почему? Ну. Вот я на тебя смотрю в прицел, да? Как бы, вот ты у меня стоишь миллиметр. От тебя мой прицел. Я его чуть-чуть влево пытаюсь, и чуть-чуть влево он уходит еще на миллиметр от тебя, только слева становится. А у меня я дыхалка, не... я вообще стрелять не мог. А я тоже дыхалка. Плюс еще ты мне руки перебил, я уже с РПГ стрелял просто. Пытался что-то попасть. Вот. Ты вообще что-нибудь заделал, нет? Не, вон ты в дерево передо мной попал. Ну, теперь несколько деревьев. Почти, почти. Я скажу одно, никогда не бери вот этот капс под ОВ, такой дерьмище. Просто зря его взял, надо было калаш оставить. Чё ты взял? Это кац ПДВ с оружием самообороны. Да ты и так не попал, в общем-то. Попал бы я. Чё ты говоришь? Нет, ты не попал, имеется в виду. Ну я знаю, потому что. Если попал бы и не убил, то другое. Я знаю, потому что оружие вообще. Там оптика, знаешь, с этого. С Аскара. Там кровь. Ой. Это ты тут по нам с калаша шмалял, да? Когда мы ехали первый раз по дороге. Первый и второй раз тоже. Я догнал и я по тебе работал там с этого с миниганом. Не, в другую сторону стрелял. В другую? Да. Чики-брики будет долго подниматься. А чё, где все зелёные? Дурацкая дорога. Лавина сдохла. А как она сдохла? Вот так вот, мы же влезли, мы сразу зашли и все. Подохли. Что надо было по другой дороге ехать? Угу. Я всегда глупо умер. Там всегда наш парень с РПБ стрелял, я просто от этого сдох. Не понял даже как. В смысле, в городе? Да. Так я же говорю, со спины это. Ой-ой-ой, АВ, они прям сейчас. Хорош! Да.
Рёщ. А вы шарика убили? А сейчас, ну-ка, Чики, может, успеет убежать. Две собаки на мальчике. Давай, давай. Что это? А всё, это миска убралась. Да. Не любит.